Первенство Сочи по плаванию – это, ко всему прочему, отборочные соревнования на первенство Краснодарского края и на летнюю спартакиаду молодежи Кубани. Участвуют в заплывах ребята разных возрастов. У всех свои задачи. Участницы сегодняшнего заплыва проплыли 800 метров кролем, а мальчики – 200 метров, но в дисциплине комплексное плавание. Соревнования будут проводиться долго, но мы уже привыкли к таким соревнованиям. И хотим, чтобы они прошли на высоком уровне. Это зависит от тренерского судейского коллектива. У нас тренерско-преподавательский состав, все с высшим образованием, все с большим опытом. Ребята, которые приходят вновь к нам на работу, они закончили тоже высшее учебное заведение. И являются мастерами спорта, кандидатами в мастера, то есть тоже прошли большую школу. А детей должны они показать высокое свое мастерство, собранность, настрой, должны показать свой боевой дух. Имена сильнейших пловцов города будут известны уже в субботу.